Обеспечить безопасность в День знаний и на выборах. В администрации Самары прошло очередное заседание антитеррористической комиссии с участием руководителей силовых ведомств и профильных департаментов. Так, все образовательные учреждения Самары будут находиться под охраной, видеонаблюдением и системами контроля и управления доступом. В образовательных учреждениях будут проведены тренировки по отработке практических действий работников и обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Во всех учреждениях установлены и обслуживаются кнопки экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация. Накануне Дня знаний все образовательные учреждения проверят кинологи. Доступ на территорию и непосредственно в само здание будет ограничен. Не меньшие меры безопасности будут организованы и в дни голосования. Для проведения выборов на территории городского округа Самара образовано 468 избирательных участков для голосования, которые располагаются в 244 зданиях или центра голосования. По результатам обследования все центры голосования обеспечены работоспособными стационарными металлодетекторами. Охрану общественного порядка и соблюдение прав избирателей обеспечат усиленные наряды полиции и Росгвардии. С момента доставки бюллетеней в территориальные избирательные комиссии и в участковые избирательные комиссии помещения, в которых они располагаются, будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками управления МВД России по городу Самаре. Для охраны объектов выборов будет задействовано 253 сотрудника управления МВД России по городу Самаре в одну смену. 19 сентября обеспечивать правопорядок будут около 1700 сотрудников отделов полиции, Росгвардии и управления МВД России по городу Самаре, а также сотрудники охранных организаций и ДНД. Также на заседании обсудили и организацию мер безопасности в общественном транспорте. Они соблюдаются круглосуточно, вне зависимости от праздников. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.